Сегодня в меню – сладкий блинный рулет. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Яблоко – 4 штуки. Сахар – 4 столовые ложки. Соль – 1 щепотка в тесто. Яйцо куриное – 2 штуки в тесто. Сок лимонный – 0,5 чайных ложки. Сахар – 2 столовые ложки в тесто. Ряженка – 150 мл в тесто. Вода холодная – 100 мл в тесто. Мука пшеничная – 8 столовых ложек в тесто. Масло растительное – 1,5 столовые ложки в тесто. Красочный сладкий рулет из блинов можно подать как на завтрак, так и в полдник. Особенно от него в восторге будут дети, они обожают такую нежную на вкус начинку. Кстати, можно вместо яблок использовать груши или айву. Подготовьте указанные ингредиенты. Все продукты для теста соедините в глубокой емкости и взбейте венчиком. Добавьте растительное масло и перемешайте, оставьте на 10 минут для активации клейковины. Прогрейте сковороду и смажьте ее в первый раз растительным маслом. Вылейте порцию блинного теста и испеките блин по минуте с каждой стороны до румяности. Испеките все блины и выложите их на досочки внахлёст. Яблоки промойте, срежьте кожуру и располовиньте. Удалите семенные блоки и нарежьте кубиками. Высыпьте в казан или кастрюлю с антипригарным дном, всыпьте сахар и влейте лимонный сок. Сок лимона нужен для того, чтобы яблочная нарезка не потемнела. Потушите без добавления воды примерно 5-8 минут, чтобы нарезка выпустила сок и в нем растворился сахарный песок. Должна получиться карамель. Выложите яблочную начинку на блины, оставляя один край без начинки. При заворачивании рулета начинка как раз спустится туда. Сверните блины с начинкой рулетом, слегка прижимая. Нарежьте рулет ломтиками и выложите на тарелку. Присыпьте сахарной пудрой по желанию и подайте к столу. Если обычные блины вам порядком надоели с утра, то сделайте из них сладкий блинный рулет с яблочной или творожной начинкой, подавая его к столу с горячими напитками – чаем, кофе, капучино, молоком. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!